Всем привет! С вами Ирина Шмыгова и коротко о погоде. По данным областного гидрометцентра, 8 августа в Ульяновской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха днем по области от 28 до 33 градусов тепла. В Ульяновске плюс 30, плюс 32. В течение дня атмосферное давление существенно не изменится. К этому часу о погоде все. Успешной вам недели!